мучила жажда чего-то свеженького, поэтому мы решили отправиться на дегустацию. Свой выбор остановили на продукции наших региональных соседей, изучили яркую упаковку и сочное содержимое. Наша компания основана в 1994 году в городе Омске. Мы уже достаточно долго находимся на рынке, нам 24 года. На сегодняшний день у нас развитая сеть филиалов, их количество 17. Эти филиалы начинаются от Урала, заканчивая Дальней Сибирью. Даже такой простой, казалось бы, продукт, как вода, при всей своей прозрачности имеет свои оттенки вкуса. Чего уж говорить о соках, компотах, морсах, лимонаде. Целая палитра ощущений. Например, Шарли – минералка из скважины глубиной 1100 метров с яблочным соком. Или бодрящий квас живого воображения «Царский бочонок», чтобы мысленно перенестись в жаркое лето. Даже в окрошку делаю сладкий такой квас. А я это без сахара люблю. Ну вот этот, как он, деревенский. Пришел за продуктами в магазин, увидел, что проводится дегустация. Вот, с компанией Spring, как бы давно знакомы. Покупаем эту продукцию давно. Очень нравится соотношение цена-качество, то есть очень вкусные соки, 100% и недорогая цена. Для гурманов выпускают квас с имбирем и мятой. Есть очень приятные напитки на ягодах, лесных травах, чая. А недавно выпустили тонизирующий энергетик. Мощный трехчасовой заряд бодрости на растительных компонентах. Консервантов, синтетических красителей и ароматизаторов в составе мы не обнаружили. А все благодаря передовым технологиям и опыту производителя. На заводе у нас расположено современное оборудование немецкого производителя фирмы «Кронос». Наш завод обладает самой высокой производительностью в Уральском и Сибирском регионе. Производительность нашей только одной линии составляет 30 тысяч бутылок в час. Наша технология, наши рецептуры позволяют нам работать только на натуральном сырье, без использования консервантов, что повышает наше качество и конкурентоспособность на рынке. Омскую минеральную воду ставят в один ряд с водами Северного Кавказа, а в напитках не используется сахар. За сладость в них отвечает аналог из свеклы и тростника. Так что выберем вкусный напиток для весеннего настроения и выпьем на здоровье!